Мы на строймагазине, строительном. Я купила химию для выгребных ям. 2 бутыля зимний и осенний. Той же фирмы, что для бассейна. Ну, я считаю, по меркам нашим дорогие, потому что бутыли почти по 1000 рублей. Буду бороться всячески. У меня Лёшка, по идее, в нагрузке носик. Иду. Это у нас здесь, в Лужках, недалеко от участков дачи. Я сегодня дала стране угля. Я сегодня спала. Я не знаю, где он. Пойду-ка я там на улице подожду. Я сегодня встала. Мы вчера приехали поздно, я сегодня встала. Во сколько я встала? В 10, наверное, мы встали. Сходили там в ванну, чай поставили, заварили свежий. Я кофе сварила, попила. Лёша, чай. Голова болит. Пошла, легла. Я уснула. Я встала. 2:30. Вот так вот. Слушайте, пойду я его еще поищу. А где доски загружают? Здесь? Вообще нормально. Да. Доски. Там. Спасибо. Вот. И уснула сладко, голова болела. Встала, Лёшку накормила, суп сварила, сама поела. Уехали. А вот они катаются. Еще даже не загружены. Вот на тот склад, где мы вагонку грузили. Вот так вот, что сегодня залью гадость в туалет. Если это не работает, ну все, распишусь свою немощность, потому что я с этим борюсь. Знаете, все, что я смотрела там на Ютубе, бредовые советы, такой бред. Вот эти 2 средства я их потом покажу и расскажу, помогает или нет. Доску струганную, обрезную, 2-метровые, 9 штук. Это для наличников под окном. Знакомый складик. Кстати, тогда не вышло это видео, когда мы тут вагонку покупали. Девчонки тут бегали по ней. Я не знаю, почему забанили. Даже не стала пытаться перемонтировать. Water closet. Толщина досочки. Из вагонки. Лёша, из вагонки. Туалет из вагонки. Можно шкафы сделать нам. Все, купили. Ой. Ну, гадость. Купила 2 бутылки, Леша, зимнюю. Мороз, который минус работает. И не слышал, сейчас. Нам надо его откачивать. Это она мне сказала, если вы все убили живые бактерии. Я там ничего не убила. Если есть продуцирование запаха, то бактерии не убиты. Я удивляюсь, почему у нас не происходит... как бы мы покупали разные средства, да? Один раз покупали, это будет нормально. Да. И на этом все кончится. Вообще, где хуевая дорога, постоянно, блядь, встречки едут. Просто сейчас такое время все ездят. Не в том дело, какая дорога.
Их-то это молодежь-то бородатую куда несет в пизду. Так может тоже за доской. Посмотри, какие кирпичные отстроили хором. Смотри. Ну это воры. Прям какие-то совсем. Это воры. Ой, надо маску снять. Купила, пока Лёшка с досками занимался. Так, биологическое средство для выгребных ям. Предназначено для обработки металлических изделий. Деревянном покрытии. 12 кубических метров на 5 недель. У тебя там всего-то 1 кубический. Так, сейчас почитаю инструкцию. Так, один готов. И второй купила этой же фирмы. Это, кстати, та фирма, где Альгидин, который для бассейна покупали. Вот. Ой, Леша, они дорогие, около 1000 все. Зимний 870 с чем-то, летний чуть подешевле. Так. Это вот зимняя. Все, в принципе, тоже. До минус 22. Рассчитано на 10 кубических метров дренажных систем и труб. Сейчас почитаю. Не, ну зимний пока рано, зимний зальем попозже. С первыми морозами. Сейчас руку поменять. Все дрожит. Будем читать, что здесь. Идеальный симбиоз сверхэффективных микроорганизмов и биологически активных ферментов в средстве. Гарантирует оптимальное функционирование выгребных ям, сводит к минимуму необходимость ассенизации, расщепляет мыломоющие средства, жиры и бумагу. Уникальная биологическая форма аэробных микроорганизмов, минеральных солей и биологически активных ферментов обеспечивает максимальную эффективность средства и делает его незаменимым. Свойства полностью устраняют неприятные запахи, разлагает все массы, бумагу, жиру и моющие средства, рефрактирует фекалии в гелевую массу, разжижает донный осадок, предотвращает появление жировой мыльной пленки на стенках и дне выгребных ям, сокращает объемы твердых фракций. Так, ладно, не суть. Способ применения. Залить необходимое количество в унитаз или умывальник и смыть водой. Для дачных и сельских туалетов, указанное в таблице количество средства, разбавить водой из расчета 1 к 10. И залить в яму. Систематическое применение химических моющих препаратов снижает эффективность средства. Перед употреблением взболтать. Ну что? 6-й месяц. Объем 2 кубических. Вот, мне надо 200 миллиграмм. Здесь у меня бутыль на 850. Нет, 1 литр. 200 миллиграмм на 10, на 20 литрах воды. 100, 110. Так, сейчас буду делать. Сейчас мне сделать? Вот фразеологизм.